Привет! Сегодня на обзоре будет, не знаю, это будет очень короткий обзор. Я заказал зажим, я не знаю, зачем я вообще это снимаю, возможно, просто тебе будет полезно, и когда ты заказывал переходничок с микро HDMI на HDMI, возможно, кому-то это было полезно. Вот сейчас я заказал зажим, зажим зажимает. Вход как раз-таки, вот где у тебя что-то в камеру приходит, всякие штекеры, проводки и все остальное. Я заказал зажим, который крепится к клетке и зажимает вот эти штекерки, чтобы их вон там не разбалтывало. Фирма Фотга. Да давай, распечатаем, посмотрим с тобой. Уже все, что знаю, расскажу и попробуем прикрутить. Как-то так, погнали. Доставили мне посылку за 2 недели, 13 дней, обалдеть как быстро, и 359 рублей это мне стоило. Фирма у нас получается Фотга, держатель HDMI или вот выходов из камеры, или входов в камеру, проводов в общем. С какого перепугу все вот эти мелкие финтифлюшки стоят таких денег? 359 рублей это еще очень вкусная цена, потому что продавцы не чураются продавать и по 600 рублей, и 1000 рублей. Да это обычный зажим. Механизм самый простой. Вы просто устанавливаете там, где вы хотите фиксировать провода, и зажимаете, вот так затягиваете в свою клеточку, и все, у вас проводочки держатся, не болтаются, и никуда не пытаются убежать, улететь или еще что-либо. Друзья мои, ну в общем и целом, вот он наш зажим, получается, вот таким образом. Да, наверное, GoPro не лучшее качество, но, ребята, не снимать же мне... А как я это сниму? Не снимать же мне клетку с камеры и снимать на камеру. В общем-то, вот таким образом вы выставляете, все это зафиксируется, и класс. Проводок ваш стоит мертво. Можно вообще тут два провода, если вот два штекера у вас рядом стоят, вы можете оба штекера зафиксировать, но если они на одной плоскости находятся... То есть, если на одной плоскости, можете их вот так вот зафиксировать. Я видел совершенно недавно, не знаю каким образом, не знаю как, прямо видел, как сломали вот этот штекер вот так вот. Может, дернули, уронили. Я не знаю, что произошло, но я прямо видел, вот этот проводок стоит почти косарь. И лучше защитить. На самом деле. Ну что, друг мой, вот такой вот зажим, он уже стоит на камере, вот я и показываю, выполняет свою функцию. Меня все время смущает одно, цена. Ладно, еще я нашел по такой цене, но есть же цены просто космические, 600, 900. Вы что, вообще с ума сошли? Это же просто кусочек, два кусочка железочки, алюмишечки, что там? Ну вот это была самая доступная цена, которую получилось найти, и... плюс-минус, чтобы по качеству было нормас. Вроде все нормас. Если есть вопросы, конечно, спроси в комментариях, не знаю. Постараюсь ответить. Всегда отвечаю так, да. И если было полезно, да если и не было, возможно, поддержи меня, подпишись на канал. Все, спасибо тебе за просмотр. Рад был тебя видеть на канале. Да, спасибо большое за просмотр. Всех обнял, поднял. Всем пока.